Бог уверен. Всех? Всех, а не американцев. Чем это тихо едем? Этот отключился. Так, ну в теории двоечка нас прикроет. Направо. Налево. Да, можно прям. Все, слезай к полям. Прям наискосок. Давай, давай, давай. Все, четко намер. Пока говорят чисто, пока чисто говорят. Это тебе двойка сказал? Это двойка сказал, да. Смотри. Чисто, блядь. Двойки выговор, блядь, запиздёшь. Давай быстренько тогда. Говорит, не вас, ребят. Пошли, пошли, пошли. Я наверх. Уфу. У меня забаговано. Ты молотки видишь в грузовике? Их нет. У меня ноль. У меня нет молотков. У кого бага нет? Сгрузите молотки. Ребят, давайте быстрее. Чего там стоите? Помогите, разгрузите. Фальфроп. Дай их поехать. Что, троих шлют баг, ёбаный в рот? Кто говорит? Алик. Ты чё, прикол что ли такой? Разгружай молотки. Разгружай, всё. Я не могу разгрузить. Что, метки убираются что ли? Копаем. Один подползи, просто копай. Все. Просто копай. У меня...
Чуваки, мне кажется, на слева, слева обходит, слышь, слева обходит. Ставлю этот. Справа дымы закидывают, справа дымы. К нам перебегают. Справа перебегают. Вижу, их прям очень много вдалеке. В районе города прям сидят. Так и бегу сейчас. Просто держимся. Внимание отвлекаем, нормально. Сейчас я потихонечку точки отбираю. Ой-ой-ой, попали по мне. Минометы недалеко стреляют. Держатели вставай. Понимаю. На задачу держаться, все. Пацаны потихонечку точки отбирают, а мы держимся. Метка Чарли. Блять, слева обошли, ты? Слева обошли. Ебать меня свой ёбнул, заебись. Долбоёбы, Значит, Альфа, находимся как можно ближе к этому храбу. Браво может чуть вперед продвигаться по метке. Так, Альфа, 3 со мной. На обороне.
и Чарли, соответственно, думаю, тоже на обороне лучше с нами сидеть, поглядывать лево вправо. А то у нас любители маневров. Мужики, вас там никто не поднимет. Браво. Чарли, кто? Подождайтесь. Там нигде не будет поднимать, в принципе. Нет атакующего хаба на следующую точку. Постройка. Сторону держит. Так, сектора наблюдения обозначил стрелочками, мужики. По секторам распределились от первого рубежа обороны работы. Сука, убежал меня. Не спешите штурмовать, мужички. Снайпер, на правую сторону. Аккуратненько. Есть возможность откидывать гранату. Лишний раз здесь не ложу. Меня слева не пускают. Не надо, гранату откинь. Кто там альфа работает? Альфа, гранату откинь. Двоих уже положи, сейчас третьим будешь. Все, стараемся меньше появляться. Вообще минималка. Играем от медик. У нас и тактики-то, в принципе, немного. Через 2-3 минуты их меньше еще будет. Ой. Прикройте левую сторону, чтобы я мог пройти по правой. Мужики, мы не лезем. Есть десятые, есть синяки. Они продвигаются. Наша задача сидеть, держать фобу. Не надо лишний раз этот геройство. Понятно, что хочется пострелять, так что давайте разумно к этим вопросам. Два санитара на один квадратный метр не особо логично выглядит. Давайте как-то определитесь. Один санитар, подойди к этому, к Алику ПТВ, Клаусу. Займи там позицию. Пацанов периодически нормально так постреливают. Вам нужно продолжать движение с альфа-чаммерсом.
тяжелый пулемет, но твою работу выполняет Алик. Как-то не сходится, тебе не кажется? Поменяйся с ним пулеметами. Что-то ты не выполняешь задачу. Ты для понтов его взял или что? Лучше отдай ему тяжелые, а сам бери легкие. Ничем не хуже. Серьезно тебе говорю. Ты просто сидеть не очень хочешь, а с легким тебе попроще будет. Ты не должен, я прошу просто, потому что ты не выполняешь свою функцию пулеметчика. Его выполняет Алик. По правому флангу сдерживай натиск пехоты. В тот момент, как ты там штурмуешь с пулеметом, если задача поставлена держать первый рубеж обороны на фобе, как бы, ну, не сходится что-то. Для чего тебе тяжелый пулемет? Он не такой мобильный, ты не сможешь с ним изготовить без секунды, понимаешь? Пиши ему, дай легкие. Легкие ничем не будет. Ну так в мобильности не очень нужно, потому что наштурмуют. Наштурмуют, ты на первом будешь в обороне. Ладно, ладно, отдам. Все, держим, снял лишний раз секундарий, держим позиции. У нас есть 12-й, есть 10-й, синяки пускай работают. Я им довел, что мы их прикрываем. 10-й, 12-й попробуют на рефайнере продвинуться. Огня максимально создаем, надо десятки 12-му пройти. Я сейчас подойду к этот к вам на дымами по это откидываю немного. А то что-то 10-й 12-й вообще застояли сейчас. Я его снял. Нам это пока сопелька не нужна, спасибо.
Так, отсюда кончим. Так, я на рефайнере зашел. Ну, скирс отбили. Да мы их посмотрим, что мы тут делаем. Скину. Все нормально. А, блядь, все. Ну, короче, это опять дефет, потому что 10-13, кто-то еще, они все на нашей дуре. Вот как так вот опять получается? Что они делают, эти складные? Так, как бы я отметил, хорошая метка. А это уже... А это уже... уже не имеет значения, мы проиграли. Печально, конечно, печально. Мы прям неплохо так с вами поработали. Но ради чего? Ради того, чтобы складные просто просрали все. Да, для того, чтобы они просрали свои фобы, если они их вообще ставили. Появились у нас и все. Там вест тоже. Вот пошли вот так, пусть с ним, блядь. Какой мы поделаем тут? Ну, сопля вражеская стоит. В метке Чарли есть в доме есть противник. Продвигаемся потихоньку вглубь. Хоть постреляемся напоследок. Пострелялись. Даже здесь от 12 до 13 толку нет. Они тупо сидят, что они там сидят, вопрос, что они там делают. Сори, бой, сори. I'm hit! Get back up here!
Не стреляй. Что, бинт есть, чем подлечиться уже? Ты как дорогу-то без дымов не бежать, сука? Да, дыма, эти парни. Есть дыма? А, нет, нету дыма у меня, нету. Попробуем, давай, прокинем. Ёб твою мать. Сколько метров? Вообще в упор, 285 на той стороне, за бетонной плитой. Ага, понял, понял. Кого ты, блядь, истекаешь там, нахуй? Иди сюда. Ну, как бы так?